Шалаш мой. Вот я и пришел навестить тебя. Никого не было, все тихо. На улице сильный ветер. Двое суток уже льет дождь. Не кончается никак. Друзья, всем привет! Вы на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. Ну, решил выбраться на природу. Сегодня у меня легкоходный поход. Поход выходного дня. Вот. Нахожусь в своем жилище, в берлоге своей. Вот. Ну, сегодня пожгем костер. Я взял с собой печку-щепочницу. В общем, друзья, кто голосовал в сообществе на YouTube, я там выкладывал пост, предлагал, чтобы вы хотели глянуть. Но, друзья, вот кто проголосовал там за строительство лагеря в скалистых в горах, это обязательно выйдет, но выйдет, ребята, маленько позже. Потому что у нас с погодой сейчас маленькая погода восстановится, и я обязательно буду это все для вас снимать. Вот. И с палаткой сходим, и в скалистые горы сходим, построим там лагерь. Так что, друзья, ждите, все это обязательно будет в ближайшие дни. Так как сейчас маленько еще дня два перерыв будет, потому что погода, друзья, то идет дождь, то дует ветрище ужасное. Ну, такой вот у нас март, у нас Сибирь, Сибирь у нас суровая, погода у нас тоже, друзья, не айс. Вот, и поэтому маленько подождать, ребят, надо. Вот, не обессудьте, конечно, друзья, я бы хоть и прямо сейчас бы сходил, но погода не позволяет, погодные условия меняются у нас. Я вот работал, у нас было жарко прям, можно было ходить в футболке. А сейчас на выходной пошел, друзья, вот такая вот беда с погодой. Вот столько много снега. Снега, можно сказать, по самые помидоры, ребят. Вот. Со стороны даже и не подумать, что это шалаш. Так что даже если сверху начнешь заходить, не сразу-то люди и врубятся, что здесь что-то может быть. Вот. Ну а сейчас будем заготавливать дровишек. Сегодня хочу что-нибудь вырезать или ложку, или вилку. А то все осталось уже у жены дома, ребят. Я туда уже и не хожу. В связи с двумя сутками ливня у нас сегодня был заморозок, так что держит маленько черым, снег маленько держит, но все равно местами ноги ребят тонут. Вон, смотрите, сколько снега. Много.
занес печку в шалаш, так как там снег уже тает. Просаживает печку, тушит ее. Вот, поэтому буду потихоньку подкидывать здесь. Вот такая сковородочка у меня сегодня будет. Чаечек. Лучок. Сегодня, друзья, взял с собой голень. Куриная голень. В общем, картошки. Вот, будем готовить голень с картошкой, ребята. Так, ну думаю, наша голень уже готова. Сейчас мы ее скинем в котелочек. Вот такая вот золотистая вышла голень.
Вот. А здесь мы сейчас обжарим нашу картошку. Будем жарить. Вот такими ломтиками. Круглыми, ребят. Мелко я ее резать не хочу, потому что будет невкусно. Вот так вот. Ой. Блин, сковородочка маленькая, надо было чуть-чуть больше взять. Ну вот так приблизительно. Будет у нас вот такой обед сегодня. И потом обжарим лучок. Так. Сейчас поперчим, посолим заодно. Подкинем дровишек. Да, здесь в шалаше, друзья, летом будет интереснее. Зимой тут, конечно, снега очень много. Поэтому сильно тут не походишь и ничего не поснимаешь. Ну вот, а летом-то оно как-то все зеленое. Трава распустившаяся, цветы растут. Цветы цветут, ребят. Так что летом будет поинтереснее. Думаю, самое время обжарить лучок. Попассеровать его маленько. О, прям вот так вот, две половинки. Так, картошечка у нас тоже, наверное, уже готова.
все, ребятки. Обед наш готов. Уже все сжаривать. Можно кушать. Сейчас я подкину маленько дровишек. Чтоб теплее хоть маленько было в шалаше. Ах, какой запах от горячего хлеба. Такой вот у меня столик, котелочек. Просто шедевр. Небо чистое стало. Руки стали замерзать. Лопается, что ли, древесина.
Хочу, друзья, вырезать ложку с чурочки с такой. У нас уже падают сумерки. Вот, думаю, сегодня успею вырезать небольшую ложку. Ладно, здесь, наверное, дострогаю вручную. Так как что-то она не особо сильно колется. Дерево двух таких расцветок. Это, по-моему, талина, что ли. Ну, такая вот, типа как оранжевая, не оранжевая, бело-оранжевая такая талина. Ну что, друзья, вот и фокус не удался. Дерево мерзлое. Вот такая вот конструкция получилась. Но почти уже была готова наша ложка. Но ничего страшного. Блин, жалко, обидно, конечно. Почти уже начала вырисовываться. Вот такая вот ложка. Вот она, где. Вот, примерно вот так вот. И она у меня лопнула. То есть дерево мороженое, вот, она не выдерживает нагрузок. Вот, поэтому надо лучше делать, скорее всего, строгать. Все это дело надо по весне или когда тепло будет. Ладно, ребят, всем пока, не забываем подписываться на мой канал. Ну а на этом мой поход выходного дня подошел к концу, пойду домой. Так что, ладно, друзья, всем пока, до скорых встреч, увидимся в походе.